Мы сейчас уже идем к Лейк Луиз. Здесь находится отель. Смотрите, сколько народу туда ходит. Популярно. Итак, мы выходим сейчас к озеру. Видно, как тут холодно, да? Дымка стоит над озером. Так, у собаки даже, смотрите, даже сапог нету на ногах. Тут очень холодно. Очень холодно. Тут сугробики намели. Так, давайте пройдемся к озеру тогда. Бенджер. Вот с этого всего может сойти сюда лавина. Тут этот. Это народ ходит прямо по самому озеру. Так что-то в этом году они схалтурили и не построили. Или построили. Я не вижу вообще ледяного этого дворца. Вот там ледники. И там в конце озера, вот там вот в конце озера находится чайный дом. Идем туда пройдемся. Я что-то не вижу здесь ледяного дворца. О, фотографии делает. Так, ребята, я вам сниму видео. Посмотрите на мои волосы. Они замерзли. Ты видишь, Алеша? Здорово. Я держу телефон без перчатки, только рукой. Сейчас у меня рука отвалится и усохнет. И очки у меня затемнились из-за солнца. Сейчас тут собака, видите? О. Hello. Oh, I love these dogs. They're so nice. Я хотела показать вам такую вот рождественскую здесь поставили. Поезд такой ездит. Это мы зашли в Шедолу и отель. О, рванул. Sorry, guys. Мы сейчас вернемся с тобой. Вот такая елка стоит в отеле. Мы сейчас пойдем пройдемся. Мы маму оставили в отеле, потому что очень холодно на улице. Она говорит, я совсем замерзаю. Мы выйдем и поснимаем вокруг. Вот такой отель. А мы выйдем, поснимаем. Упс. Вокруг отеля самого. Алексей согласился пройти со мной. Так, подождите, дайте я капюшон одену на себя. Еще я сейчас всем мозги отморожу. Так, и варежки, естественно, одену. Так, смотрите, какой холод. Леша, это варежка у меня так напяли мне на руку, спасибо. Так, сейчас мы пройдемся, я сейчас вам поснимаю. Ну, что смогу. Здесь такие сосульки классные, кстати, смотрите. Очень холодно, я хотела пройти к самому озеру. Мама отказывается, говорит, я не пойду, слишком холодно. Вот. Мы ее там бросили, она посидит в отеле, и потом мы поедем уже домой. Вон какие сосульки. Так, стоп, сейчас я выключу, одену перчатку на другую. Не перчатку, а варежку на другую руку, потому что она у меня отсохнет и отвалится. И нечем будет мне потом снимать. Так, выстроили здесь замок. Я смотрю, мужика такая голова ярко-желтая. Голову точно найдут. За все остальное не отвечаем. Черное чувство юмора у Вики. Сейчас мы спустимся к замку. Вот замком стоит, замок стоит. Ночью он подсвечивается. Сейчас мы спустимся, так главное не навернуться. В отеле можно взять коньки, покататься на льду. Вот, пожалуйста, канадские флажки даже заморозили в колоннах. Вот такой. О! Мы на озере. Ой, класс. Я не знаю, как они это делают. Во льду вырезают такие флажки. Супер вообще. Здорово. Здорово. Скользко такое. Класс. И вот здесь вот можно на коньках прямо на озере покататься. Ну, естественно. Так, вот я вам сниму еще замороженные здесь снежинки. Есть, видите? И здесь тоже снежинка заморожена. Или звездочка заморожена.
Вот так. Вы знаете, я, наверное, буду возвращаться. Там самолет летит. Наверное, в Ванкувер идет этот самолет. Вы знаете, наверное, нужно возвращаться, а то у меня пальцы посинели. Это не очень хороший признак. Даже вот в этих вот варежках они у меня посинели. Все, я пошла обратно в отель, заберем сейчас маму и поедем. Такие ступеньки сделали здесь. Да смотри, тут еще возле входа Алешу сделали вот так вот. Сделали еще возле входа. Все, у меня сейчас еще фотоаппарат замерзнет, и все будет хорошо. Так, вот видите, вырезали. О, тут, кстати, это бар. Это можно тут выпить. Это мы вчера в Банфе видели то же самое. Они предлагают напитки снаружи. И здесь можно горячий чай попить. Здорово. И оно подсвечивается все. Maple Syrup Bar. Это бар. Видите, здесь так вот все сделали. И это все замороженное, естественно, стоит. И изо льда. Неплохо придумано. Так. Пошли отсюда тогда, пройдемся через отель, да? Давай тогда отсюда зайдем. Я думаю, что мы найдем выход, где мы маму оставили. Очень холодно. Я не чувствую, так что нужно идти вокруг отеля. Все, мы сейчас сюда зайдем. Ой. Ой-ой-ой. Так. Я надеюсь, я не отморожу. Смотрите, все в шапочках идут. Рождественских. Холодно. Все. Пошли в отель. Ух. Так, одна дверь. Все ясно. От холода, наверное, только одну дверь оставили. Так. Магазины работают. О. Здесь, естественно, есть, да, где покушать. Здорово. Так, все. Я обморозилась. Ну что там? Мне кажется, мама сидела где-то здесь, на кресле. Вот здесь вот сбоку. Вот она сидит примерненько. Построили они, построили. Да, мы сделали фотографии с Алешей, но у меня палец посинел. О! Я сейчас покажу вам, ребята. Смотрите. Не, у меня не видно, может быть, это большой палец у меня был синий, но не видно в темноте. Все, сами домой поедете, пешком пойдете. Ну что, пошли тогда в этот, в машину, да? Очень холодно. Конкретно холодно. Ну идемте к елке подойдем. Моя сейчас елке подойду. Вот такая вот елка шикарная. Смотрите. Так, сейчас я фотки тут сделаю. Мы тут идем, уже в отеле отогрелись немного. У меня палец отошел. Совсем отошел? Совсем отошел, все. Там ребенок орал благимат. Мама говорит, я говорю, знаю, почему он плакал, потому что у него просто элементарно рука замерзла, руки замерзли, ручки все красные. Замерзли, они все красные. Да. Даже отходит. Все, мы теперь уже перебегаем. Видите, здесь не замерзшая речка. Мы сейчас уже идем... Кто-то муха хатывается. Люди закрывают уже, тут ходят вокруг озера лица руками, потому что очень холодно.
И да, мы уже сейчас пойдем. Мы еще находимся в Аваланче Эрии. Кстати, если сейчас что-то рванет вот там с горы, нас занесет. Вот. А здесь кто? Лесник живет? Вот, тут еще и Family Campfire делают. Тут, кстати, жгут эти, оказывается, ночами. Тут можно выйти посидеть возле костра. Здорово. Ну, сейчас все продумано. Для того, чтобы вы могли ощутить красоту канадской природы. А здесь, по-моему, живет... Кто тут живет, Алеша? Мы с тобой смотрели. Менеджер отеля? Да. Вот в таком домике. Ой, что-то не видно было. Да, все, идем к машине. Да. В общем, возле Lake Louise, ребята, там, кстати, есть и этот, как его, там можно на слейп покататься. То есть там тройка лошадей идет, да. И на тройке лошадей вас везут, там укрывают одеялами в санях. Вас везут на, вокруг озера Lake Louise. И потом там сзади, ну, позади этого озера Lake Louise, там чуть дальше пройти, там есть чайный дом. И туда можно было сходить. Но я уже говорила, что мы сделаем это в следующий раз. Обязательно туда поедем, я вам обязательно сниму. Просто сейчас нам нужно вернуться домой, потому что Саньку мы оставили дома одного. Валерия, слава богу, что она согласилась. Я оставила ей ключи, она пришла, проверила Саньку. Говорит, с Санькой все в порядке. Говорит, а подозрительно меня обнюхивает. Сегодня зашла, я так смеялась. Вот, она зашла, проверила, чтобы у нее было все в порядке, еда в мисочке есть, водичка есть, все есть. В общем, она молодец, конечно. Я очень благодарна Валерии. Сейчас мы уже выезжаем из Lake Louise и поедем домой. Уже будем брать путь домой, уже 19:00 сейчас. Мы как раз таки к 5-6 часам вечером, наверное, доберемся домой. Ну, учитывая, что все трассы чистые, должно быть все на. Очень красивая природа, я просто не знаю, там, ну, на озере, конечно, было очень холодно, вот мама тоже сказала, да, смотри, мы даже с горы спустились, минус 16, а там наверху было минус 18, хотя мне кажется, что это было больше, чем минус 18. Ну, там было больше, там было минус 20 с чем-то. Минус 20, даже минус 30, да. Было 20 с чем-то, я не помню, она сказала, но 20 с чем-то было, за 20 уже зашкаривало, и было все холоднее и холоднее становилось. Очень холодно, но оно в горах находится высоко, это озеро, поэтому... Ну да, там нас приморозило конкретно. Я говорю, палец у меня посинел. Мы пока делали фотографии, посинел палец. Потому что в перчатках... Есть такие перчатки, я знаю, в которых есть это все вмонтировано, но в этих перчатках не вмонтирована функция пользования телефоном и камерой. Поэтому мне приходилось их снимать. Ну и плюс они еще очень толстые, эти варежки. Для того, чтобы... И это не помогло. Палец посинел.